соблазнов много всяких. Подводная лодка, вертолет, трактор. Хочу себе в деревню купить домой, когда будет дом. Что еще? Эскалейд. Блин, да нет как таковых конкретных соблазнов, которые там вдруг внезапно появились, там, когда там, появилась слава, там, да, ну, грубо говоря, там, да, назовем ее условно так. Вот, то есть, блин, я такой человек, я вообще, в принципе, душевный и простой. Я родился в Новокузнецке, в шахтерском городке. И то есть, блин, меня никакой доллар, короче, меня не испортит. И, в принципе, нет никаких соблазнов для меня. Все как у всех людей. Все под контролем. Как у всех. Все контролируемо, все нормально, то есть, блин, несмотря ни на что, я остаюсь собой, то есть, блин, продвижение там и подъем в гору меня не портит, конкретно, мы хорошие, касаясь меня. Спокойные, добрые, да. Толстяки тем более самые добрые. Деньги же это средство, там, инструмент, чтобы купить себе что-нибудь. Сходить куда-нибудь с девушкой в кино, допустим. Как грязный Луи сказал, не в деньгах счастье, тогда отдай их мне. Ну, как бы, блин, я не соблазняюсь на это. Деньги – это, блин, это бумажки, фантики, в которых нет ни души, там, ничего. Это бумажка же просто. А монетки – это железяки, которые… Железяки.